Итак, всем привет! Это видео будет посвящено, как набить автоматы, пистолеты, дробовики и тому подобное. То есть, как набить вот это вот все дело. То есть, и для чего это нужно? Это нужно прежде всего для урона. То есть, если у вас стволы набиты, то у вас будет урон возрастать в разы. Так как в раза в 3, в 2 так точно. И криты повыше будут, соответственно. Так, где можно все это дело набивать? Можно в коровьем, даже рекомендуется, потому что на карте это внизу, как раз на таких уровнях, которые позволят вам прийти сюда. Вот, это находится вот здесь вот. F12, там гром стреляет, звук проверяют походу. Вот. И короче, прийти сюда к Гоше, у него все стволы дабы есть, то есть показать. Для набивки на мобов, кстати, ППшки и автоматы, то есть наемник и инженер качаются на мобов, так как у них автоматическое оружие, и оно требует больше вообще по патронам. То есть вот если штурмовых убрать, тут будет СКС, потом мародер 5, мародер 7, застава и так далее. Вот. Сейчас я звук уберу там. То есть это все берем и на мобов качаемся. Где качаемся? Ну, можно на болоте, на матерых кабанах. Знаете, когда, то есть на блюмунах самое вообще интересное, потом чуть-чуть на медведе можно качать оружие, там же на болоте, что еще можно, кабаны, блюмуны, медведи, но это большим левелом, да, а вот малым что делать, малым уровнем можно идти вот сюда вот, на ЧЗ, к паучкам. То есть вот сюда до 20-го так точно нужно. То есть база заката. Вот сюда приходим. Прилетаем. Можно тут через телепорты перелететь. То есть тпхаемся сюда у нас на блокпост. Вот сюда. Потом вот сюда под Е10. Тут телепорт за двумя кустами. И он нас тпхает вот куда-то вот на это место. Просто бежим сюда. Тут запасаемся патронами и идем вот на эту дорогу. И тут, короче, паучки, и на них набиваем штурмовой винтовки и ПП. Вот. Но не забываем про броню. Про броню потом будет в следующем видео. Так, теперь что у нас? Теперь у нас есть винтовки, да, вот эти вот начальная белка, лис. Лис стреляет семерками, койот пятерками. Белка вообще каким-то супер-пупер-мега горохом набивается это все в тире. То есть вот он тир, подходите к нему, идем в тир. И чем меньше ваш уровень персонажа, тем быстрее будет качаться ствол. Вот как только вы его открыли, да, то есть открыли, вот написано, допустим, у нас на стволе написано, вот мародер 5, открыт с 14 левела. Вот я с ним бегаю, да, с 14 левела. И он у меня уже, правда, я качаю этого на снайпере, на охотнике, то есть. Вот, он у меня 73. Вот, процент. Потому что я выполняю квесты, тупо с автоматом хожу. Вот. Как набивать? Можно набивать также. Смотри, короче, в тире заходишь. Тут есть такой 25-50. Снайперить можно на 50-ке нормально, то есть со снайперкой. Пистолеты прокачивать. Ну, это уже если вы все сделали, все прокачались. Пистолеты лучше на инженере. У него есть навык про использование оружия. Там и инженеру пистолеты качать гораздо проще будет. И тем самым заработать себе достижение в стиме, там как мастер пистолетов вроде называется. Вот. Также можно, вот, к сожалению, на мародере нету коршуна, на пятом, на седьмом есть.
Вот, то и можно так набивать тоже. Ну вот на 25 приходим. Конечно, это не особо вариант, но если хотите, то есть вот так вот стрелять. Если приловчиться, можно вообще херено стрелять тут. Но это по одному выстрелу все. Поэтому проще на мобов, да? А вот с пистолетами все гораздо сложнее. Тут можно по два выстрела. Вот у меня не получилось. Да, со штурмовухи не получается за два выстрела делать. С пистолета получается, она не так резко падает назад. Да, не так резко с пистолета. И можно пистолеты как бы в два раза быстрее прокачивать. То есть тут два выстрела, тут. И обоймы нет. То есть вот две мишеньки вам, и уже обоймы нет. Но я пистолеты покажу попозже. Далее что у нас? Дробовики. О, кстати, дробовики. Это надо выходить. Сейчас покажу. Так, с дробовиками ходит у нас старатель. И первое оружие, которое у него есть, это обрез. Вот, кстати, с обрезом мы идем, покупаем зеленые патроны, картечи обычные, да? И идем вот сюда. То есть, идем вот сюда. Можно собачек гасить, а можно вот сюда встать. Опа. Тут сделали, да? Убрали эту хрень. Ну да ладно, можно вот так вот стрелять. То есть раз, два. Дробаш это тоже позволяет, то есть на ближней дистанции. То есть он перезаряжается примерно так же. То есть пока она встает, уже стреляем и перезаряжаем. То есть там два выстрела также. Вот. Это будет гораздо быстрее, чем вы будете стрелять по мобу, потому что мобы, они, короче, мало урон, вот собаку можно сваншотить и так далее, еще вы как бы на мало уровне, и вас просто с обреза съедят там и так далее, а тут просто спокойненько бам-бам. Также здесь качается тозик, то есть оружие ТОС. Вот про МР-ку не знаю, МР-ку уже можно идти на паучках, но я даже на паучках набивал, я просто с ума сошел. Я МР-ку здесь докачивал также. Вот. А вот уже с мародера, когда вы старатель, да, то есть уже мародер. Вот с мародера можно уже нормально орудовать. Да, но там дальше еще есть Мосберг. Вот про Мосберг я не знаю. То есть стоит его прокачивать. Также в тире, либо идти на, короче, идти на мобов, это я не знаю. Это решать вам. Но с мародера уже начинается жизнь просто. Потому что там 10 патронов в обойме. Перезаряжается он как автомат. То есть быстро вообще. И все. Вот. Вроде как бы рассказал все. Сейчас я посмотрю, что еще тут. Ножи холодное оружие можно набивать на собачьих, которые здесь бегают. Пистолеты в тире на 25 метров. Вот, дробовики, обрез и МР-ка вот у меня были. То есть обрез по МР-ка, еще Мосберг, все вот в тире, с мародера, 12-го и со спаса. Лучше набивать на мобов, так будет интереснее. Ну, если время позволяет. Так, что тут еще? Портативные пулеметы. Че? А, пистолеты-пулемет у меня по нулям вообще. Это инженеру. Он начинается уже с ППШ. И ППШ уже все. Вот, все набивается. СКС. Вот штурмовые винтовки, пистолеты, пулеметы набиваются все на мобах. Вот. А винтовки, смотри. Белка набивается в тире. Вот. Лис тоже можно в тире набивать. Либо на мобах. Но урон у нее не такой большой. Поэтому рекомендую засесть. Там день-два или один день потратить и лист набить. Просто бам и все. Вот койот долго набивается. 15 тысяч патронов вроде. Вот это будет очень долго. Поэтому как-то так. Вот вроде все рассказал про набивание. Что еще тут есть? Гранатометы. Так, пулемет еще не ввели. Гранатометы есть. Они есть на старателе только.
Метание — это прокачка метанием гранатами. Можно метать просто в никуда. То есть купить и метнуть. Я сейчас не знаю, тут гранаты вообще продаются, нет? То есть покажи мы товары. Так, вон граната. Купить. 5-й уровень. Я сейчас одну куплю. Посмотрю. То есть я не использовал нифига. То есть 5-ку сейчас нажмем. И скажу, будет ли, если просто кинуть или нет. Потому что обновление всегда выходит. Вот. То есть тупо вот так берешь. Типа бах. Ох ты, ёперный. Типа кинул. Нифига себе бабах такой. Короче, вот. Я одну гранату бросил. И у меня метание 0.03. То есть 100 гранат. Это 3%. То есть 0.03. То есть одна гранатка всего. Взрывчатка — это относится к минам, к инженеру. То есть у него есть мины, у него есть инженер. Короче. У инженера есть мины, вот. И они тоже прокачиваются. Не знаю, как их прокачивать, но это просто люто, потому что убийств с минами там надо дофига. Поэтому как-то так. Ну, вроде по всем пробежался, рассказал вкратце. Если что, пишите в комментарии, какие стволы, что вы где прокачивали и так далее. И совет, как только вы этот ствол открываете, если у вас есть время, если позволяет, прокачивать сразу и не переступать к другому. Потому что когда вы закинете это дело, вот допустим, смотри, вот есть вот винтовки, допустим, да, вы взяли белку, да, и сразу потом у вас хоп, лис открылся. И с лисом бегать. Белку нафиг выкинули, потому что у нее урон никакущий, и все. А вот это делать не надо, потому что лучше всего, когда у вас новый этот открылся ствол, не делать квесты, не делать ничего пока, а просто взять и прокачать вот эту вот ветку старого оружия, которое у вас уже открыто, и вы его хотите выкинуть нахрен, продать. Лучше не делать этого и просто взять и прокачать вот эту вот ветку на 100%. А дальше уже свое основное оружие как бы тоже на сотку влепить. Но у меня койот, я его выбросил, потому что квесты качаю. И у меня штурмовуха пока. Вот это мародер 5. И все. Так что как-то так. Ну все, вроде все рассказал. Пишите, если что непонятно. Отвечу на вопросы в комментарии. Всем пока. Всем удачи.